4 мая в 2009 году на свет родился мальчик Максим, который навсегда растопил сердце своей матери. На свет так хотелось, что роды пришлись преждевременные, аж на 27-й неделе. После рождения на долю матери Нине выпала нелегкая борьба за жизнь своего чада. Из роддома малыша перевели в дом ребенка в отделении выхаживания, но оказалось, что это не все беды, пришедшие на хрупкие плечи матери и совсем еще маленькие плечи Максимки. Врачи констатировали страшный диагноз – детский церебральный паралич, статический тетрапорез. Начались первые операции – шунтирование гидроцефалии, лечение супинационной конструктуры правого предплечья. В сентябре их выписали, но не домой, а в Москву, на операцию по глазам – афакия. С тех пор прошло 11 лет непрерывной борьбы. Благодаря огромной любви матери Максимка растет и развивается. Музыка ему очень нравится, петь он очень любит, сказки любит, стишки любит. Прям, я не знаю, бывает даже такое, то, что, значит, музыка. Он начинает петь какую-нибудь песню, я не знаю, что это за песня. И благо сейчас существует интернет, и начинаешь вот по словам, которые разберешь, забиваешь в Google, все, песню, если угадала, по его реакции видно, он прям, ну, как балдеет. Особенный ребенок предполагает постоянный уход, и Нине пришлось уйти с работы, а семья у Максимки неполная. Отец умер. С 15 года я уже не работаю, на работу выйти, к сожалению, уже я не могу, потому что, ну вот, проживаем мы с бабушкой, бабушка у нас тоже в 18 году она уже перенесла у нас инсульт. И получается, если я куда-то сама уезжаю, там бумаги нужно какие-то куда-то отвезти на 2, ну на 5 часов максимум, что меня дома может не быть. Я как бы их на телефоне постоянно стараюсь контролировать. А так, ну, на работу, на какую можно устроиться работу с таким условием? Семья 6 апреля должна выехать на лечение в медицинский центр «Сакура» в городе Челябинск. Для поддержания и улучшения состояния требуются частые курсы реабилитации, после которых у Максима наблюдаются значительные улучшения. Семье на проведение курса лечения осталось собрать 460 118 рублей. Мы просим помочь мальчику на лечение. Мы верим в добро сердец наших зрителей. Любая отправленная сумма приблизит к необходимым курсам.